Милена Беленко – ученица 10 класса. В эти каникулы решила совместить приятное с полезным – отдохнуть и поработать. Милена – вожатая на детской площадке. Работа с детьми приносит ей, как говорит девочка, сплошное удовольствие. Ребята все хорошие, общительные, подвижные. В общем, мне нравится уже. Хоть и первый день работаю, но уже, безусловно, хороший коллектив, уже влились все. Милена, как и многие другие школьники, прежде чем стать вожатой, проходила специальные курсы по подготовке, на которых узнала много нового полезного для работы с детьми. И теперь применяет свои навыки на деле. Ребята уже успели оценить ее отношение к ним. Когда вожатая есть, нам весело, потому что она придумывает игры. И когда мы что-то делаем, она нас извиняет. Или когда мы падаем, она успокаивает нас. Теперь каждый вечер по будням здесь будут проводиться эстафеты, конкурсы, игры для детей. 1 июня открылось 55 детских площадок по всему району. А это прекрасная возможность для детворы весело и интересно провести летние каникулы. Рузанна Ефремян, Дмитрий Бухальский, программа «События».